Студні кидали колеса? Ну, всякую, вороти знімали і носили. Як, наприклад, вот, хлопець дружить з якою дівкою. То несут тоді вороти хлопці і до дівки, або дівка від дівки до хлопця несут. Вот, это уже как все ведали? Ну, тоді уже шукають, ходять, где. Дети ее. Вороты дети ее. А это только запирали. Запирали? Запирали. А как? Мы собрались встречать Новый год, выняли, надо заперли. Так выняли окно подвойное и вылазили прозвук. А чем заперли? Ну, палками шнейками. Где это? Так вы кажете, это на Новый год, так? Ну, это мы на Новый год, я рассказала, как нас запирали. А так, в огуле, перед колядами? Всякие штуки вытворяли. И запирали, и всякие и вороты крали, и носили всякие штуки. А бывало, как бы печку, например, там шкло, или что-то такое там? А еще, как я была малая, так, а браты мои были уже великие, так, собрали шишек от елки. И насыпали у комин бабе. Так тогда уже батьки ругались, что баба старая, и что ж мы это уже так не можно. А бывало, как чучело некое на комин поставить, не? Не, не это было? Не было. А как шкло просто шклом закрыть не, комин? Это не было. Не было. А бывало такое, как, например, ну, не веду, воз некий поставить там на крышу, ти там... Не как было... на дах что-нибудь затягнули? Не, не? А дорогу перегородили? А это только хлопцы робили, и девчата так само могли? Нет, хлопцы. Хлопцы. Девчата не. А был такой день, как девчата шкодили так само, не? Ну, особо не. Мы вот собирались молодые, так у каждого ж у каля хаты есть сад. Не, надо хлопцы лазят по чужих садах, а мы уже сядем, там приносят нас. Нам уже так, яблоки всякие. Гуляли всякие хлопцы, сидят, а тогда девки и кладут у руки, вот, ну я уже забываю, что вот тут в руках, то мне скажут. И у кого вот так носят каждому, можем помнить. У колечка? Ну, эдак, гуляли. А... Это коли гуляли, в какие дни? Ну, только в любые дни. О, как собирали еще молодежь. Ти вы чули когда-нибудь про женитьбу Терешки? Нет. А на купальне шкодили тут? Нет. Нет? Ну, может, хиба там, у центра где. А тут у нас все так пожилые люди живут. А что у вас на на зажинки робили? Ну это давно у нас. Мы же уже черпами не жали. Вы уже не жали? Не жали черпами. Только уже это бульбелник, как бульбу шурубрать. Так. Я вот теперь, как у меня черп ёдик, я теперь вот святый жала черп. Ти траву деякую жали. Я вы детки такие, что я вам тут не рассказывала. Памяти уже на це я кажу, я такий стрес у мене був, як дед мой так, после того не стала і помнити, надо что забывать. А день Андрея Первозванного тут ніяк не святкували. А ось, наприклад, як я... У вас немає водохреш? Ні.